Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, я вас знаю. Серьезно? С хорошей стороны или с плохой? Не, ну мы вас уважаем, наша семья вас уважает. Ой, спасибо большое. В каком городе будете? Извините, я сейчас бублик доем. Да кушайте, кушайте. Не отвлекайтесь. Может, вам что-нибудь для пищеварения исполнить? Даже не знаю. Но вы хорошо играете. Думаете? Да, у меня вот интересно такой вопрос. Вы играете на каком уровне? Просто с музыкальной точки зрения. У вас консерватория? У меня Гнесинка. Ну, по сути, это аналог консерватории, да. Да. Играйте для разогрева, знаете что? Для разогрева? Крылатые качели, вот вступление. Именно сыграй, да? Пойдет? Конечно, конечно. Спасибо. Главное, что очень выглядит интересно. Выглядит? А что вы имеете в виду выглядит? Ну, из детства вот воспоминания хорошие. Ностальгия? Да. Сейчас такое ностальгия пошла, вот сериал у вас вышел, вот, «Слово пацана». Все про него говорят. Скажу честно, я не смотрел, я жду, когда выйдут все серии, чтобы посмотреть от начала до конца уже его. Ну, мы ждем следующую серию. А много там еще серий осталось? А? Много там еще серий осталось? Не вышло еще сколько? По-моему, еще две серии, но восьмую я так слышал, что ее пересняли, и у вас там какой-то протест пошел. Ну, какой-то есть. Мне кажется, это больше для хайпа сделали. Мне кажется, были какие-то движухи, но вроде пока все спокойно. Ну, по крайней мере, мы со своими пацанами это обсуждали, все, у нас это, я прошел, как бы, это, краем зацепил, перестройку вот это вот. Ага. А сколько вам лет? 41, вроде. Ну, мне 39, мы с вами примерно где-то рядом. Вот, так что, чуть-чуть зацепил. Только вы играли в этот момент в пианино, а я ходил в палки-баталки играл, по-моему. В палки-баталки, это вот, палками всех мочили, дрались? Ну, типа того. А правильно понимаешь, а вы из Днепропетровска, правильно? Не, Винница. А, Винница, вот туда, получается. Чуть-чуть выше, это да? Это центр. Центр Украины. Понял. Да, это вот теоретически между Белоруссией и Молдавией. Белоруссию и Молдавию? Да. А, вот туда, вот, да, в ту степь. Вот, ну что? Ну, ближе к Молдавии, короче. Песню будем петь. Давайте что-то блатное. Блатное? А вы любите эту блатную романтику, да? Да. Мне нравится Наговицын. Слушай, вот Наговицына не знаю. А вы, может быть, где-то, простите за бестактность, отдыхали? За прямой вопрос. Кольщика можете сыграть. Кольщика могу сыграть. Могу даже Кольщика спеть. Давайте. А у вас был какой-то опыт, простите за бестактность? По этой... Ну, все могло быть, но не получилось. Ну, слава богу. Я как-то пошел работать больше. Ну, понял. Кольщик, накали мне купола,
рядом чудотворный крест с иконами, чтоб играли там колокола. Переливами и перезвонами накали мне домик у ручья. Пусть течет по воле струйкой тонкою, чтобы от него портной судья не отгороди меня решеткою. Нарисуй аллеющий закат, розу с заколеченной ржавой проволокой. Ваш аплодисмент. Спасибо. Спасибо, мил человек. Ну, вот. Да, очень, очень хорошо играете. Да. А пою как? Похуже, да? Ну, вам для вашего голоса подходит блатняк. Очень хорошо. Да? Да. Может, надо фраером заполирнуть круга? Что ж ты фраер сдал назад? Помните такую песню? Да, да. Не по масти я тебе. Вот. Так, надо кольчик, потом фраер так сразу так полирнуть. Опа. Да. Что ж ты, фраер, сдал назад? А не по масти я тебе, ты смотри в мои глаза. Брось трепаться от судьбе. Ведь с тобой мой мусорок. Я попутал рамсы, завязала в узелок. Как тугие две косы. Помню, как ты подошел, а как поскрипывал паркет, как поставил на мой стол чайный роз, большой букет. Я решил, ты скакай. Или вор авторитет, оказалась просто тварь. Брал на понт, тушите свет. Ну вот. Отлично, спасибо. Спасибо вам. Вашей семье, которая меня уважает, говорите, большой привет. Да. Мне не очень приятно. Да, особенно жена очень любит. Серьезно? Как супругу звать? Елена. Как? Милена? Елена. Елена. Елена, спасибо вам большое. Вкус у вас прекрасный. Смотрите меня дальше, мне будет приятно. Да. И вы выступаете в роли миротворца, я хочу сказать. Ну, стараюсь. Хотя мне сегодня... Сейчас вот один человек сказал, что вроде кем ты был таким нехорошим, тем ты типа и остался. Был? Не, люди, кто сердцем чувствует... Понял. Спасибо. Спасибо большое. Да, должны намириться, по-моему. Будем пытаться. Это уж как Господь управит. Но будем пытаться. Дай Бог. Дай Бог. Давай, Сань. До свидания. Спасибо. Дай Бог. Дай Бог. Продолжаем. Ну.
Да? О! Привет, родной! Тихо, тихо, тихо. Я знаю, кто это Лосин. Привет. Здорово, брат. Привет. Привет, брат, привет. Привет, брат, привет. Че, как стрим? Ну, потихонечку. Ну, потихонечку. Служите? Всем привет. Служите? Всем нашим, так точно. Блин, елки-палки. Блин, елки-палки. Сыграть что-нибудь? Спеть вашим всем. Давай, давай. Ну, что-нибудь наше такое, чтоб патриотично. А, ну, не знаю. Артплескава синева, Батяни комбат. Давай, давай. Что, оно, про... вот оно. А, так вы десантники? А, так вы десантники? Мы, да. Ну, сейчас. Ну, сейчас. Здесь, здесь. Расплескал синева. Расплескалась, по тельняшкам разлила, по берета, даже в сердце синего затерялась, разлилась своим заманчивым светом, даже в сердце синего затерялась, разлилась своим заманчивым светом. За дюралевым бортом шум мотора, синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная быль, а не сказка. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная быль, а не сказка. Помню в детстве на коврах самолета неизвестные открыли маршруты, а теперь нашлась нам в небе работа, синевою наполнять парашюты. А теперь нашлась нам в небе работа, синевою наполнять парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по погонам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по суровым, по десантным законам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по гвардейски. Огромное количество людей. Огромное количество людей. Вам в чате говорят спасибо. Души, вам в чате говорят спасибо. От души, брат, да. Спасибо. Всем привет от 104-го полка. Победа будет за нами, враг будет разбит. Спасибо, ребят. Спасибо за твое спасибо. Творчество. Я тебя смотрел еще, будучи на гражданке. Ух ты. А ты мобилизованный? А ты мобилизованный? Нет, я доброволец. Ну, понял себя. Ну, понял себя. Ну, берегите, ребят, себя. Берегите, ребят, себя. Возвращайтесь живыми. Возвращайте живыми. Спасибо за все. Тебе. Спасибо за все. Успехов в творчестве. Спасибо, дорогой. Спасибо, спасибо, дорогой. Пока. Пока. Блин. Смотришь на ребят и каждый раз так волнительно. Если сказать так очень мягко. Волнительно, если сказать очень мягко, если.